Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Врачи отказались от лечения за воротник. Актрисе отменили интенсивную терапию. После того, как Анастасии Заворотнюк стало хуже, врачи решили отказаться от специализированного лечения. Как стало известно, дальнейшая терапия Заворотнюк противопоказана. Когда актрису выписали из клиники в Польше, она обращалась в несколько московских больниц. Одна из них согласилась принять звезду, но и там доктора, когда знаменитости стало плохо, сочли, что за ней стоит лишь наблюдать. При этом друг Анастасии Андрей Разин заявил, что ее здоровье могло ухудшиться из-за того, что она 15 лет назад воспользовалась методикой омоложения стволовыми клетками. По словам продюсера, этой процедурой увлекались многие звезды. Продюсер считает, что эта экспериментальная методика и могла навредить звезде сериала «Моя прекрасная няня». Однако он не стал уточнять, что подтолкнуло его к такому заключению и как именно этот тип омоложения может влиять на возникновение рака. Разин также полагает, что свою роль сыграл стресс с долгами по ипотеке. Продюсер добавил, что держит связь с врачами Заворотнюк, которые якобы сделали неутешительный прогноз и отвели ей несколько дней. Ранее же появилась информация, что у актрисы парализована часть тела, а накануне ее ввели в медикаментозную кому. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.